Павел Нахимов, непобедимый русский адмирал. Офицеры восхищались его умом и хладнокровием, а простые матросы и солдаты называли его отцом-благодетелем. Павел Степанович Нахимов действительно был особенной личностью в истории русского флота. Как и его братья, молодой Нахимов решил связать свою жизнь с морским делом. На его долю выпало немало сражений, причем уже в первых битвах Павел Степанович проявил превосходные таланты командира. Он отличился в знаменитом Наваринском сражении, однако наиболее ярко выдающиеся способности адмирала раскрылись в пору Крымской войны. Он командовал эскадрой Черноморского флота, причем смог даже во время шторма обнаружить турецкие корабли, которые заблокировал в бухте. Нахимов руководил обороной Севастополя и был произведен в адмиралы. Увы, дожить до конца войны славному флотоводцу было не суждено. Он получил смертельное ранение во время объезда укреплений.